Самое частое, что можно услышать от людей, которые все никак не могут начать новую жизнь с понедельника, это у меня нет времени на тренировки, мне некогда следить за своим питанием, я не могу сидеть на диете, когда вся моя семья ест все, что захочет, и так далее. На самом деле я с этим полностью согласен и тоже был в том же месте в то же время, с той же кучей проблем, которые мне мешали. Но одно я могу сказать точно, если эту проблему не решить, то ничего и не изменится. И это первое, что нужно осознать, что у вас есть цель и есть проблема, которая вам мешает. И с этим нужно что-то делать. Это может показаться банальным и очевидным, но на самом деле это не так. Ибо 999 случаев из 1000 заканчиваются на этапе возникновения проблемы. Типа, у меня нет времени на тренировки. Все, конец фильма. Который наступает даже не на попытке что-то решить, а еще до этапа осознания проблемы и возникновения желания что-то исправить. Но у каждой проблемы есть свое решение. Если у вас нет времени на тренировки, то самый простой способ его найти – это начать с самого простого. Возьмите блокнот, напишите дни недели и под каждым днем запишите свой небольшой план. Например, в понедельник 20 отжиманий, во вторник 20 приседаний, в среду 30 секунд в планке, в четверг несколько подтягиваний, в пятницу снова 20 отжиманий, а в субботу и воскресенье можно отдохнуть. На следующей неделе попробуйте удвоить то, что сделали. В понедельник 40 отжиманий, во вторник 40 приседаний, в среду 60 секунд в планке, в четверг несколько подтягиваний, но уже больше, чем на предыдущей неделе, в пятницу снова 40 отжиманий. А теперь посчитайте общий недельный объем. За неделю вы сделаете 80 отжиманий, пару десятков подтягиваний, 40 приседаний и минуту простоите в планке. Получается целая небольшая тренировка. Но сколько времени в день вы на это потратили? А теперь представьте разницу между тем, что вы вообще ничего не делали, и этим. На мой взгляд, это разница размером с пропасть. При этом такую пропасть создают всего 10-15 минут в день. А теперь представьте, что будете выделять в день не 10 минут, а 20-25. Тот объем работы, который вы сможете совершать за 25 минут в день, 5 дней в неделю, будет довольно существенным. К тому же со временем ваша физическая подготовка вырастет. И за 20 минут вы сможете делать уже не условно 50 отжиманий, а 80 или даже 100. И все, что вам нужно, взять блокнот и написать под каждый днем недели упражнения, которые вы будете выполнять, и количество. Начните с самого малого, с того, что точно сможете сделать и что не доставит вам дискомфорта. И даже если вы уже тренируетесь пару раз в неделю, таким способом сможете добавить в свой график небольшую кардионагрузку, какую-то мини-функциональную тренировку. 15 минут в день, 5 дней в неделю – это в совокупности полноценная кардиотренировка, которой, возможно, вам и не хватает. Аналогично в блокнот можно записывать другие мини-цели. Например, в понедельник я не ем сладкое, во вторник я ем только яичные белки, зеленые овощи и пью кефир, в среду у меня день сложных углеводов, а вот в четверг можно немного расслабиться. Вы и представить себе не можете, как такие маленькие цели, которые даже особо не выталкивают вас из зоны комфорта, помогут изменить вашу жизнь. А сейчас вместо того, чтобы поставить лайк, я попрошу вас взять блокнот или лист бумаги и сделать свои первые записи, только не в телефон, чтобы эта информация не утонула вместе с той кучей чатов, фото, заметок и прочих вещей, которыми переполнены наши мобильники. А в описании к этому ролику вы найдете все мои полноценные тренировочные курсы, спортивные добавки, которые я произвожу под своим брендом, и другую полезную информацию. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!